вопрос следующий. Есть несколько машин. ГАЗ-АА, Jeep Grand Cherokee, Dodge Charger, ну и, например, ГАЗ-67. Что объединяет эти машины? Правильный ответ всего один. Ну, Charger не полноприводный. Да. Ну, ответ почти засчитан, но нет. Ты, значит, вопрос на знание техники. Что объединяет эти автомобили? Ответ на автомобили будет произведен. Есть что-то одинаковое, что их объединяет? Руль во всех машинах есть. Прекрасно, да, руль во всех машинах есть. А, тут призы пообещали за вопросы. Смотрите, да, то есть... Ну, давайте, 5! Вот, ну чё, вот, улю... А? Не-не-не-не-не. Давайте 3, 2, 1. Во всех этих машинах были дюймовые резьбы. ГАЗ-А, ГАЗ-АА и ГАЗ-67 собирались на оборудование.